Сумка 36 дюймов, бауэр черная, еще и синяя с двумя карманами на торцах. Внутри есть тоже карман из сетки. Получается вот с изнанки во всю длину карман на молнию. И сбоку там карман где-то размером с альбомный лист есть внутри, сбоку. Сумка получается по длине 85 сантиметров, но вот по верху 87, вот до сюда. Значит, по высоте получается 42 сантиметра, но вот здесь она 45. То есть сумка, понятно, не имеет строгих габаритов, как аквариум, раздувается немножко, да, округляется, поэтому это надо понимать. Ткань 1680 ден. Вот я не знаю, сколько видно, плотность плетения довольно плотная. Самая плотная ткань для сумок. Карман торцевой вмещает коньки. Вот на коньки 43 размера. Вот один там внизу лежит, да, стоит. То есть второй вот так вот сверху. Но это 43, в принципе, и побольше. Побольше размером тоже есть запас. Там еще карман. Или можно раскидать немножко, вот как бы топорщиться, да, как бы, но не критично. Можно туда конек второй бросить, один здесь. Можно внутрь, кто как использует. У сумки выдвижная стальная ручка на кнопке. Так вот прячется. Сумка на трех полозьях. Три колеса. Вот. Такая вот сумка. Еще есть синего, красного цвета. Да, если нужна доставка, детальные фото. Мой WhatsApp 950-218-70-42. Пишите, звоните, отвечу.